Вакцинация от новой коронавирусной инфекции – важный шаг, который приведет к остановке пандемии и значительной защите населения. На сегодняшний день сделать прививку от COVID-19 очень просто. Получить вакцину можно в нескольких поликлиниках и на выездных пунктах. Это быстро и просто, вам понадобится всего несколько документов. Однако важно помнить, что есть ряд противопоказаний. Документы, которые нужны, это паспорт, СНИЛС и страховой полис. После того, как пациент, значит, оформился у нашей медицинской сестры, у нас принимает врач, который принимает решение о вакцинации. Противопоказания к вакцинации являются хронические заболевания, значит, повышение температуры тела. Соответственно, эти люди у нас не проходят вакцинацию, даем мы им медотвод. По стабилизации состояния они могут привиться. На таких выездных пунктах всем желающим ставят вакцину «Спутник Ви». Она отечественного производства. Как известно, вся процедура проходит в два этапа, после чего привитому вручают специальный сертификат. Эта вакцина у нас институт «Гамалея», это российское производство. Мы планируем выезды, значит, вот сегодня, вот кто получил у нас первую прививку, через 21 день, то есть по субботам мы будем приезжать, и они, соответственно, будут получать вторую вакцину. По окончании вакцинации выдается сертификат, который подтверждает, что человек прошел вакцинацию, что у него выработаны антитела. Мобильные пункты специально работают по выходным дням. Они дают возможность получить вакцину тем, кто не может привиться в будний день. Кроме того, бригады медиков выезжают на различные предприятия. Как показал наш визит на прививочный пункт возле Дворца культуры «Сатурн», желающих получить вакцину немало. По субботам мы будем выезжать, вот такие вот у нас пункты будут развертываться каждую субботу, то есть чтобы людям было удобно, люди, которые работают, чтобы они получили вакцинацию. Выездные бригады работают в рабочие будние дни, мы выезжаем, значит, в поселки и в предприятия. Тоже вакцинируем их на месте, которые вот не могут к нам в поликлинику обратиться. То есть мы можем выехать на предприятие, мы созваниваемся с руководителями, обговариваем все, назначаем день, мы приезжаем и вакцинируем. Многие люди, с которыми мы поговорили на месте вакцинации, решили безотлагательно привиться сразу после того, как узнали об этой возможности. Всех граждан объединяет бережное отношение к собственному здоровью. Ну, решились, потому что пропагандируют по телевизору, говорят, что нужно. Потом годы уже не юные, поэтому и решились. Но вакцинация нужна, я думаю, что она поможет нам не заболеть. И сохранить здоровье, правильно? Да, и сохранить здоровье. Смотрели ваше телевидение. Спасибо. Узнали всего. И вы решили прийти лучше, чем в поликлинике, быстро, удобно. Все организовано хорошо. Все организовано хорошо. А здесь пришли за час и все сделали. То есть всего за один час, правильно? Да, один час. За час. И все очень хорошо, удобно, нормально, красота. Так что спасибо вам за информацию. Информацию. Сергей Дружинин и Антон Карташов для программы «Городские вести».